просыпайся. Новый день начинается. Красота и счастье окружают тебя. Вперед! Твоя судьба тебя зовет. Раздели радость, друзья. Тебя ждут удивительные приключения. Дыхание природы поможет тебе во всем. Жизнь преподносит тебе уроки. Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности. Hold your head up high. Keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Книга джунглей. Ка меняет кожу, а слон танцует. Идите сюда! Мне нравится, что ты с ними играешь, но не балуй их. Не волнуйся, я их тренирую. Пойдемте, дети, пора учиться. А где Сура? У вожака. Скоро будет охота. Охота. Я уже устал охотиться. Что ты говоришь? Охота – наша главная работа. Я знаю, но... Пойдем. Вот здесь. Ну? Что ты делаешь? Поднимайтесь. Маугли, они должны научиться плавать. Поднимайтесь. Давайте, давайте. Нет, Маугли, не помогаем. Получается у вас! Здорово! Лала, что ты делаешь? Не мешай. Но это же дети! Они твои дети! Как ты можешь их сталкивать? Не мешай, Маугли, это мое дело. Они не твои дети. Ты права. Они, конечно, не мои дети. Давайте быстрее. Старайтесь. Поднимайтесь сюда. Молодцы. Замолчи! Ты что, с ума сошел? Зачем ты кидаешь в меня камни? Багира, извини, я просто прогонял птицу. Король джунглей Маугли играет с птицами. Забавно, очень забавно. Все так тихо. Облака плывут, дует прохладный ветерок. Да, кстати, чуть не забыла. А что? Ка. Что, с ним случилось что-то? С него только что закончила облизать кожа. А это уже? Да, Ка полинял уже 150-й раз. Представляешь?
150-й? Да, если не сходить к нему в самый знаменательный его день, то он всю жизнь с тобой не будет разговаривать. Вспомни, когда ты был совсем маленьким и только что пришел в джунгли. Кто тебе всегда помогал, когда у тебя были проблемы? Кто тебе помогал, когда ты дрался с Шерханом? Кто подсказал тебе, как побороть красных волков? Кто? Ка. Точно. Только благодаря Ка мы сегодня живы. Ну что, Маугли, ты все еще здесь? Быстро беги к Ка. Я понял. Да, и послушай, Маугли, когда увидишь Ка, сразу скажи: «Привет, Ка, какой потрясающий цвет и блеск!» Но кожа Ка не блестит? А ты скажи. Змеи особенно раздражены после линьки. Они постоянно сомневаются, красивая у них новая шкура или нет. Это можно понять. Вот как? Забавно. В 150-й раз, и он все еще переживает. Это даже смешно. Будет ужасно, если ты там рассмеешься. Понятно. Но согласись, это смешно. Да, это смешно, но, боюсь, тебе будет не до смеха потом. Привет, Ка. Классный цвет. Так блестит. А ты не врешь. Правда? Потрясающий цвет, прямо в цвет твоих глаз. Великолепно. Хорошо, в цвет глаз. Я рад. Это происходит уже 200-й раз. В 200-й? А не в 150-й? Что 150-й? Ерунда. 200-й раз. Понял? 200-й. Запомни это. Да, я уверена, что последний раз был 150-й. Ты ошиблась, но мне нужно 3 дня, чтобы все точно посчитать. Ну ладно, проехали. Маугли, ты сегодня не хочешь немного потренироваться? Маугли, соглашайся. Ты вроде уже разогрелся. Маугли, покажи ему, что ты можешь. Быстренько. Ладно, смотри. Ка выиграл. Ты такой сильный. Ка, а ты правда линяешь в 200-й раз? В принципе, это не важно. Ты такой сильный. Честно говоря, я даже не умею до 10-ти считать. Да? Да. Что? Наконец и Маугли рассмеялся. Если ты будешь грустить, это не будет нравиться Акелле. Да, запомни это, Маугли. Маугли, Акелла умер, но вместо него на свет пришли дети Лалы. В одном из них переродился Акелла. Так всегда происходит с животными и людьми. Они создают дома, женятся, заводят детей и умирают, но возрождаются в ком-то. Таким образом, животные живут вечно. Я тот, кто линял 200 раз, говорю тебе, ошибки быть не может. Это правда. Так оно и есть. Опять 200 раз. Создают дома? Да, верно. За то, что ты вспомнил о моем 200-м дне рождения, я расскажу тебе что-то, что никому не рассказывал. Готовься, Маугли. Мне? Да. Кстати, Маугли, что ты знаешь о танце слонов? Что? Харти собирался танцевать? Ничего подобного. Десятки слонов со всех джунглей собираются вместе и танцуют. Здорово. Наверное, все джунгли трясутся, как при землетрясении. Ты это когда-нибудь видела, Багира? Нет, я единственный, кто это видел.
Это действие происходит в месте, известном только слонам. Если повезет, и ты увидишь этот танец, считается, что ты будешь очень долго жить. Поэтому? Да, я линяю до 100-й раз благодаря этому. Долголетие — это еще не все. Важны желания. Хочешь, я покажу тебе это место? Очень скоро наступит этот день. Все начинается с желаний. Запомни это, Маугли. Да, покажи, покажи. Сначала сходи к Харти с веткой бананов и скажи: мне Кара сказал, возьми меня с собой в лес Шиба. Лес Шиба? Это лес, о котором знают только слоны и я. Только слоны и ты? Не забудь, Кара линял уже 200 раз. Это нечестно. Я хотел это сказать. Извини, пожалуйста. Не отвлекайся, а то упадешь. Должно быть, это лес Шиба. Спасибо, Харти. Мне здесь уже близко. Передавай привет Ка. Хорошо? Ладно. Да, Маугли, я хочу тебе кое-что сказать. Посмотри на мою правую ногу.
Видишь? Да, к ней что-то привязано. Отвяжи и забери себе, пожалуйста. А что это? Что? Оно грязное, но ты вымой и все увидишь. Это Мишуа. Как-то я провожал людей в Канивару, и девочка, которую я нес на спине, привязала мне это к ноге. Она милая, милая девочка. Мишуа, это Мишуа. Да, да, Маугли. Не забывай, что сказал Акелла. Счастливо! Если то, что ты говоришь, правда, приведи сюда Шерхана. Или мы не поверим тебе. Маугли. Ладно, я обязательно это сделаю. И тогда ты узнаешь, что я не вру. А насчет денег, это правда? Скажи. Скажу, это правда. Но, малыш, не забудь, если ты этого не сделаешь, я вырву твой поганый язык. Понял? Уходи, или я выстрелю. Стой, не стреляй в Маугли. Отойди, Мишуа. Если ты не отойдешь, ты умрешь вместе с ним. Раз, два. Вот, Маугли, попробуй еще раз. Давай, Маугли, еще немножко. Держись. Мишуа, у тебя кровь. Ничего, не переживай. Пока, Маугли, мы обязательно встретимся. Не забывай меня. Маугли сегодня опять не пришел. Да, уже третий день пошел. Не так, еще только третий день. Но, Мишуа, мы не можем здесь оставаться долго. Мы похоронили папу и должны возвращаться, пока не закончилась еда. Пойми правильно. Но еды много не нужно. Мне вполне достаточно рыбы, которую ловит дедушка.
Но мы в джунглях, и в любой момент могут напасть дикие животные. Я не боюсь. Друзья Маугли никогда на нас не нападут. Но, Мишуа... Давайте так решим. Подождем до завтра, и если Маугли не придет, то вернемся в Канивару. Ладно, Мишуа? Я не хочу. Мне не нравится город. Маме и дедушке он тоже не нравится. Как можно жить там, где люди друг другу постоянно говорят неприятные слова? Когда папа умер, они тут же охладели к нам. Но там живет мой брат, только там у нас родственники. А я не хочу туда. Никогда. Но джунгли такие большие. Ты уверена, что Маугли про нас узнает? Он обязательно придет. Он обещал. Мы обязательно встретимся. Пожалуйста. Давайте подождем еще 2 дня. Дедушка. Так и поступим. Мишуа решительно настроена. Ты как? Ладно. Спасибо, мама. Маугли, поторопись. Это я, Мишуа. Мы с дедушкой и мамой здесь. Мы ждем тебя. Мишуа, где же ты?